Ну и как мед? Огромный, спасибо. Алексей. Прекрасный. Понравилось тебе? Нет. Какой он душистый, да? Да. А почему он темный такой в этом году? А? Почему он темный такой в этом году? Это розовый клевер работает. Розовый клевер? Да. То есть вот его много было, и поэтому он такую темноту дает. А вот эта темнота, она говорит о какой-то большей насыщенности меда какими-то веществами, нет? Просто сам по себе вот такой этот. Возможно, еще жаркое лето сработало. Вот сейчас я. Раньше такого я ни разу не было. Хотя розовые клевера были, но такой темноты не было. Видимо, жара еще сработала. Вот это. Этот вопрос никто не может. Никто не исследовал, да, никто и никогда все не. Все пишут по-разному, везде да. Такая. Ну а вам-то вот на вкус он как-то отличается от прошлогодних там или еще нет, что-то? Нет, ну как? Я вообще темные меда не любил, как-то вот не люблю. А нынче я ничего ел. Понравилось, да? Меня жена любит всегда темные, я светлый больше люблю. А этот ничего, вот так идет. Не знаю как. Ну спасибо.